Ганчанна справа з'явілася на Білорусь у 10 столітті і дійшла до наших дзён. У нашому музеї є певні і некоторі види глиняного посуду. Треба знати, що у такій посудині вельми довго заховувалася температура води у спеку, коли напередні закривали його листям хрена. Дзвонок широким хором призначався для молока сметани, його ще називали слоїк. Факти об історії різних народів, унікальні предмети биту і макети мирових достопримечательностей. Узнати більше о національних діаспорах, які живуть на території Білорусі, можна в музеї «Дружба народів». Такой є в 8-й Гродненській школі. В настоящее время в музеї 9 експозицій, посвящених разным национальностям, проживающим на территории Беларуси. Это экспозиции белорусы, русские, украинцы, литовцы, французы, немцы, евреи, народов «Дружная семья». Центральная экспозиция «Нас объединяет Гродно». Она посвящена истории Республиканского фестиваля национальных культур. Символично, что 5 лет назад Музей дружбы народов был открыт в рамках этого мероприятия. Сейчас, к своему маленькому юбилею, музей может похвастаться большими успехами. 417 экспонатов, интерактивные программы и даже виртуальная экскурсия. Любой желающий также может посетить виртуальный сайт нашего музея, познакомиться с экспонатами, отправиться в виртуальное путешествие к народам Беларуси, узнать об их национальных костюмах, кухне и традициях. Летом работа музея продолжается. Сейчас он открыт для ребят из пришкольного лагеря «Республика наследия». Там девчонок и мальчишек ждет множество образовательных квестов, а некоторые школьники пробуют себя в роли экскурсоводов. Ткацтва – это одно из основных занятий белорусского народа. Это вельми долгий и тяжкий процесс. Все процессы, связанные с ткацтвом, выполнялись вручную. Звычайно, это была жаночая работа. Есть у школьников возможность и самостоятельно разработать новые туристические маршруты. Очень запомнился день, когда мы сначала узнали о многих храмах города Гродно, а потом и вовсе составили настольную игру и разработали по ней маршрут от нашей школы до храмов города Гродно для нашей будущей экскурсии. При школьном лагере ребята становятся участниками профильных отрядов – творческих, спортивных и лингвистических. В этом году в рамках Года народного единства у нас открыт отряд «Миротворцы», где ребят учат жить в мире, решать конфликты, где ребята изучают историю родного города, родной страны и другие национальности. Большинство мероприятий проводится на базе Музея дружбы народов. Каждый день мы заполняем дневничок «Миротворцы», который мы разрабатываем на протяжении этой смены. Эта смена в пришкольном лагере стала особенной. С 5-летием музея учеников поздравил сказочный персонаж. Здравствуйте, ребятки! Сегодня я хотела бы вас всех поздравить. Вы знаете, что нашему Музею дружбы народов исполняется в июне 5 лет! Это замечательный первый такой юбилей! А давайте, ребята, все дружно пожелаем нашему музею много хороших слов. Вот, допустим, я начну. Я желаю нашему музею процветания. Так, кто еще хочет пожелать? Много новых экспонатов. Отлично, еще? Верных друзей. Полина? Научных экспонатов. Научных новых экспонатов, да. Интересных проектов. Интересных проектов. Много и веселых экскурсий. Веселые экскурсии, замечательно. Ребята, будем кушать тортик? Да! Отлично. Единственный Гродненский школьный музей «Дружба народов» доказывает, что Беларусь – нация, которая объединяет и предоставляет уникальную возможность заглянуть в уютный дом разных национальностей.